уже это давно уже подписан контракт с этим наставником Берти Фоксом, и я думаю, что это правильный выбор, и в этом выборе Берти Фокс, потому что с его приходом сборная начала играть прогрессивно и в другой футбол, и в команде атмосфера поменялась, и условия для каждого сборника появились самые лучшие. Поэтому мне кажется, этим выбором мы пойдем в лучшую сторону. Все покажет время. Удачи всем. Ну, как бы нам задача в первое место, естественно, еще мы не знаем команды и не можем поставить эти задачи. Конечно, как и любого, я могу сказать от своего имени, как любой футболист, я хочу добиться самого сборной, нашей сборной, самого большого результата и как можно больше очей, потому что в последнее время мы за ним набираем очки 5, 6, 7. Поэтому в этом году я думаю, я уверен, что мы наберем намного больше очей, чем 5, 6, 7. Ну, сборная, как бы сказать, у нас молодая и много перспективных игроков. Каждого можно назвать по отдельности, поэтому я всем футболистам, всем молодым, всем перспективным футболистам, это уже, как бы сказать, все знают, кто перспективный. Поэтому я всем футболистам желаю самого наилучшего, как бы, успеха. И в 2010 году хочу, чтобы они 2011 год зимой новое окно открывается, пожелать всем им, чтобы они жили, это как бы пожили легионерскую жизнь, почувствовали это, что такое легионером быть.